Всем приветик! Чтобы приготовить легкий, диетически вкусный салатик, нам понадобится капуста. Можно взять пекинскую, у меня белокочанная. Зелень. Здесь у меня укропчик. Так, кукуруза консервированная, лучок и мелко нарезанные огурчики. Капусту я немного сейчас примну так руками солью сначала, потом добавлю остальные ингредиенты. Все ингредиенты я перемешала, добавила немножко перчику, оливкового масла. Вы можете заправить также или майонезом, тоже получается очень вкусно. Или просто даже просто взять лимончик и попрыскать на салатик лимончиком. Тоже получится очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго!